немножко вечерней съемки. Молодежный московский комплекс «Планета КВН» уже доходит до своего логического завершения в строительстве, ну, образно выражаясь. Корпус внешний построен, сейчас вот этими проводами опутывают ее, каркасом таким своеобразным. Вот здесь, значит, у нас площадку, видимо, уложат плиткой, там возделывают газоны. Работа не затихает ни днем, ни ночью. Здесь можно будет рассмотреть его. Срок готовности был в ноябре, но вот уже почти что середина ноября или середина ноября. Ну и я ничего не уверен, что они за полмесяца справятся до конца. То есть задача поставленная, видимо, Путиным до конца, и точнее вовремя выполнена не будет. Ну, Бог его знает. Было написано, срок окончания работ ноябрь 2012 года. Пока обойду вот здесь, вот, посмотрим. Ну, будет симпатично, видимо, глобально. Развлекательный центр тоже преобразуется, он уже стоят такие стеклянные или под стекло плиты, облицевали его с этой внешней стороны, видимо, с той стороны, где будет приезжать правительственная делегация. Вот маленький вечерний репортаж со строительства молодежного центра «Планета КВН».